Не, ну это битва совершенно неравная, потому что... Что это, блядь? Чувак, в дырку надо было не с этой стороны вставлять, понимаешь? Сдохни нахуй. Не, вот эти слоумо, серьезно. Я сразу понимаю, я сразу чувствую, что в этой игре не будет совершенно никаких проблем для того, чтобы сделать превьюшки, блядь. После каждого вот этого боя ты просто спокойно смотришь на это месиво, которое здесь творится, и понимаешь, что происходит. Он просто ему въебал в затылок щитом. Давайте просто, давай поставлю 6, я просто смотрю, что они делают. Я просто не понимаю, что они делают вообще. Что они делают? Они бегут вперед, они ебнутые, я понял. Они ебанутые, я все понял. Ебать копать! Охуеть, они из-под земли Нихуя, они из-под земли достают, короче, шипы, и просто вся толпа мигом... Подожди, а сколько один делает? Твою мать, вот эта схватка! Бля, вообще короля реально победить, нет? Ну, Зевс его пиздит прям. Все, Зевс против короля... Куда это? Это кто? Это... Ебать, короля снесло. Все, конец. Пацаны в стогах охраняют кучу купьеносцев. А это означает что? Что мне доступен мамонт. Все, конец, поехали, нехуя. Что ты серьезно, мамонт? Разъеби как красиво всех бивнями, ну. На нахуй! Во! Во! Живой еще, живой! Встать, собака, блядь! Ему весело. Он не понимает, похоже, что он людей убивает. Он просто покатался на земле. Ему похер, у меня слюни летят, блядь, от веселья, от забавы. Он просто покатался по земле, он срать на все хотел. Красавец какой-то, посмотри. Так, реально, 3200, здесь-то чего? О, это жнецы и опять эти пацанцы. Хорошо, жнецы и пацанцы на что? Давайте, ну как бы, давайте покидаем копьями, в чем проблема-то, блядь? Как бы жнецы жнецами, они пока доходят, их уже... Да вот, просто, ну это пиздос. Это понятно, это победа. Тут даже думать не о чем, это просто победа стопроцентная. Ебать, а в кустах-то кто? А я и не заметил! Ебаный, вот это... А я и не заметил в кустах! Это что делаете-то? Я не заметил, пацан. Ебачьте! Хорош рубить тебя, что тут по госуль какой? Во ебашит, рубит, пацан. В тебе два копья торчит, ты чё? Косарь, ты чё, блядь, делаешь? В нём два копья! Его только третье копье убивает! Охереть, вот это был сюрприз! Пацаны, пацаны вылезли из травы. Ебать, как раз... А куда вы? А что происходит? А вы куда? А что я не проигрываю-то? Вы куда? Вы куда, пацаны? Ага. Что случилось? Что происходит-то? Чего? Там кто-то... В смысле? Кто-то есть, что ли? Не понял. Куда вы шли? Нихуя, тут секреты какие-то есть. Ну окей, давайте еще раз. На нахуй! Спасибо. Наконец-то ты понял, да, что? Все? Не ходи к нему. Не ходи к нему, ты боец дальнего боя! Не ходи, отойди! Отойди, не ходи сюда! Молодец. Молодец, но ты ебанутый просто на всю голову. Он дальнобойный боец. Какого хера он лезет в ближний бой? Нет, не все. Давай, король, не дури, блядь. Да хватит издеваться над человеком, ты просто ёбни его. У него меч застрял! Так это нечестно, король, достань меч-то! Пизда, я согласен, пизда, король, у него меч застрял. У него застрял меч, это нечестно. У короля застрял меч, это нечестно! Может быть, он сам напорится на меч, нет? Нет, ну это сражение может быть бесконечным. С таким звуком его въебало, щит пролетел. Вот он, вот он, вот он! Да-да-да-да-да-да! Доставай, доставай, доставай! Ха-ха-ха, достал, сука. Собрался силами, достал. Он просто устал, он отдыхал. Ебашь его нахуй. Давай, я последний остался. Хандабюрдит! Хандабир! На, нахуй. Это боевая кличка короля. Блять, какой же... Какой же долбоёб,
такой же. Ну, посмотри. Вот если ты не знал до сих пор, как выглядит долбоеб, то вот он. Вот, вот посмотри в его... вот посмотри в его крестовые глаза. Это долбоеб. Собственной персоной. Знакомьтесь. Смотри, Барт пошел. Что? Что ты на меня смотришь? Я спрашиваю, что мешало этим дурачкам с первого раза вальнуть вот так? Ага. Это какой-то жрецкий анонизм получается. Они хилят сами себя. Они просто хилят сами себя. Так хочешь, что это дискотека. Просто если вот так взглянуть, то это просто йоу, пацаны обдолбанные какой-нибудь хуйней, а под веселые зажигательные треки и светомузыку танцуют и тусят. Хули нет, нормально. Они просто боксируют, они танцуют. Ебашь его, ебашь его. Король, ты же король, молодец, король. Не, ну это красиво. Этот король вообще без хила. В смысле, полечите другого. Опа, 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 в смысле, а ты кто? Ебать, он растаскивает просто пацанов мне. Эй, хоп, говорит, прикинь, по-русски разговаривает. Эй, хоп, я думал, он его уже вырубил. Не, ну короли это имба, какая-то королей хуй возьмешь. Короли волк ебашут, как мечами сейчас друг друга еще зарубят. Нормально, двое. Не издевайтесь над пацаном, серьезно. Они его просто взяли в бутербродик. Еще одна превьюшка, почему бы, собственно, и нет. Неплохо. Королевское месиво, я бы назвал это так. Они просто его жалят, трутся и издеваются над ним. А ему неприятно, его зажали два короля, ему очень хуево. Зевс, ты че? Тебе грустно стало? Что случилось? Зевс, что не воюешь-то? Так, мы сейчас мою армию тупо унизили. Окей, Зевс... Зевс себя не... Зевс, ты что делаешь? Пиздец. Что с тобой, Зевс? Они его потащили как трофей домой, нахуй. Они захватили Зевса в плен. Пацаны, хорош! Да серьезно! Да нельзя так с богами! Пацаны, это же бог! Пацаны, куда вы его потащили? Оставьте его мне! Бля, они реально просто, они несут его домой. Они сейчас скажут, сука, мы даже Зевса завалили, падла, кто на нас? И хуй кто полезет. Нам, по идее, можно поставить баллисту прямо вот сюда вот. Не переговаривай со мной, сука. Вот сюда вот баллисту можно поставить. Тактика, тактика, хуяктика. Так, ладно. Бля, нормально, Минотавр покатил баллисту. Ты куда ее покатил, ебанутый? Ой, хорошо. Оставь баллисту в покое, дурень, блядь! Иди воюй руками, ты же Минотавр, что ты делаешь-то? Куда, да хватит толкать ты ее, блядь! Ты дурак, нет? Он сам справится, он сильный, он специально для этого рождался. Он для этого предназначается, куда ты ее тащишь-то? Минотарка в которой всю жизнь хотел стрелять, блядь. Ебать, они ходят такие гордо. Ну, здорово, на нахуй. Он сначала лопнул, а потом ебало ему разбил. Нихуя, здорово. На нахуй, чтоб точно никуда не ушел. Но Минотавры, короче, получше Зевса справляются, это неплохо. Ебать, короче. Минотавр, бля. Красава, он реально сначала его обнял, потом пизды. Все, пацаны, один. А, он застрял. Он с березкой со своей, бля. Березка моя убьет, сейчас меня кричит и не жалуется, и сейчас его убьют на ту. Сука, он застрял в березе, но он предан был природе с самого рождения. Вот и все. Вот. Я объяснил человеку, стреляй в пеньки. Человек стрельнул в пеньки. Человек стрельнул в пеньки. Что? Ты, бля, издеваешься надо мной? Ты издеваешься или нет надо мной? Секреты. В секреты не полезу. А там придется показать секретную папку. А я не хочу показать секретную папку, потому что в этой папке есть секреты. Кто хоть по стримам, тот знает, что это такое. Но чтобы не было лишних, я вам покажу, что как бы... Окей, да, потому что чтобы там мало ли... И как бы, ну ты понимаешь, да? Ага, все, отстаешь. Потом никаких вот этих камней не было, то скажут... А вот эту папку открывать нельзя. А вот эту нельзя открывать, потому что там, блядь, набор других игр, которые нельзя показывать. И что же с этим делать? Интересно. Я надеюсь, что я не забуду. Хотя я могу сделать вот так. Смотри-ка. Раз. Действительно. Два. И все. И все, молодец. Вот я придумал. Вот я, давайте я сделаю так вот. Раз. Чтобы можно было все это потом показывать. Окей. С кем сражаться-то? Где мои противники-то? Давайте поставлю мамонта, просто, может быть, они выйдут. Я реально не понимаю, где они. Вот они! Вот это маскировка! А я и не заметил! Ну пусть они думают так. Пусть они думают, что у них есть какие-то шансы. Они так охуенно спрятались. Ну серьезно, зачем обламывать пацанов? Я не хотел их расстраивать ни в коем случае.
Блять, это тупик. Это ситуация безвыходная, я так понимаю. Да? А хотя он падает, подожди. Сейчас, подожди. Видал? Новые технологии. Все эти ваши VR-ы, хуяры, вот это вовлечение, все хуйня. Дуешь микрофон, падает солдат. Все охуительно. Блять, что происходит? Что за пьяные разборки? Нормально, солба, пропиши его. У тебя же рок, сука. Ёбана. Это что сейчас было? Это типа... Он уже заранее отпраздновал победу и уже типа молодец. Странный человек, на самом деле, у него рог на голове, должен, блядь, драться головой, да он въебал его просто с руки. Ну и ладно, ну и почему, собственно, нет. Загорают, наверное. А может быть... А, они... У них бобры мигают, серьезно? Мигающие бобры. Или что это за хуйня такая, я не понимаю. Трех харвестеров, они их просто скосят нахуй, да и все. А, все ясно, они просто лежат, я понял. Ну это прикольно, да? Как бы, коса сейчас может зайти в камень, и на этом я проиграю, и на этом мое... Окей, да. Ебать, лежачих как бы не бьют, но кого это ебет, как говорится, правильно? На войне все средства хороши. Мне кажется, этой косой довольно удобно тыкать сверху в голову человеку, поэтому как бы... Или в пузо тоже заебись заходит. Они друг друга... Эти, блядь, друг друга косят, почему бы и нет? Им весело, они друзья. Они друзья и косят друг друга. Почему они встали в землю? Это баг или это прикол такой? Три косаря, понимаешь? Опа! Внезапное восстание. Внезапное восстание. Три косаря кого угодно заставят свою жопу поднять. Битовики... Что так? Да что с тобой? Да подожди, да подожди, да потерпи, да ну куда ты? О, какой, смотри, сука. Я бы тебя оставил в живых, если бы можно было конкретно тебя одного в живых оставить. Я знаю про слоу-мо, про слоу-слоу-мо, про супер-слоу-мо, про супер-слоу, супер-слоу, супер-слоу-мо, блядь, которые применяются на левой и правой кнопке. Но мне это не интересно, потому что, как бы, битву нужно смотреть в ее реальном времени. Знаешь, как футбольные повторы в слоу-мо, это все не то, нет динамики. Нет динамики в игре, когда все в реальном времени. Хуй пойми, что происходит, но все так весело. А меня это не ебет. А кто-то живой у меня еще остался? А, да. Держись, дружище, крепись. Не ходи туда. Не надо, блядь, сами дойдут, не надо. Они сейчас упадут все. Они сейчас все упадут, я тебе реально говорю. Они сейчас все наебнутся. Смотри, нет смысла. Бля, займи... Да вытащи ты палку-то из этого полена, ёптво. Что ты делаешь, придурок? Вытащи палку. Давай, давай. Я понял, давай. Я думал, он ее воткнул, чтобы сделать рокировочку такую за дерево. Они в это время все упадут. А нихуя. А вот и нихуя. А вот и сейчас попадают все. А вот уже падают. А вот и все. А вот сейчас все упадут. У кого-то, блядь, уровень поворота слишком большой. Да, сука. А если бы я одного поставил вот сюда? Подожди. Подожди секунду. А я одного поставлю вот сюда. Мне похуй вообще. Вот сюда. А сюда нельзя. А вот сюда можно. Давайте, пацаны, только ходить никуда не надо, окей? Просто стойте тут. Давайте сделаем по красоте, смотри. Ебать, дебилы. А, нет, живы, дебилы, не ходите туда! Сука, они все легли. Они просто все... А вот один! Ой, красиво, молодец, какой... Тупой, блядь, какой... Они сами уже все... Я понял, все хорошо. Они уже сами померли. Один куда-то бежит. Беги, Форест, через Форест, блядь, беги! Не, он нормальных крутит, хорош. Они, у них сейчас закружится голова, начнут блевать, и нахуй ебашат своей балалайкой. Что это, домбра, блядь, что это такое? Нормально идет, он музыку заводит. Это дискотека на выезде, блядь. Давай, давай, уходи, уходи в пруд. Уходи в пруд, пока они идут. Они оттуда... У него музыка есть? Секунду. Просто секунду. А, прям секунду секундульную. Секунду. Мне просто интересно. Куда ты, бля? Я могу следить чисто за тобой. Можно же было следить конкретно за каким-то юнитом? Жалко? Куда?
ты, блядь? Куда ты улетел, дебил? Я думал, мы сейчас их просто нахуй усталости возьмем. Что за бред? Я просто сбежал. Так, ладно, барды хуярды, они не прокатят. Специально от них убегают. Бля, они специально от них убегают, что за прикол? Это предательство, сука! Дезертирство, мрази балалайчные, что вы делаете? Бля, они реально сбегают. Они сбегают, на, сука, по шапке. И правильно, блядь. Был бы я на месте, я бы тебе тоже въебал сзади, понял? Дурак, блядь, это предательство, дебил. Это, блядь, предательство, ты что делаешь-то? Так, ладно. Раз, нахуй. Куда ты ударил, блядь, дурень? Куда ты ударил? Так, успел один жах... Успел один жахнуть. Успел, нормально. Бля, вот это куча мала хорошая такая. Это куча мала хорошая, но приюшки из этого не получится. Нет ничего такого, знаешь, нет чего-то такого яркого. Четыре, вот то. Вот это вообще куда... Четыре, другое дело, серьезно. А, там еще ебать. Там сама вон там дурачки застряли. Ебать, мамонт, живая стена, хорош! Держи оборот! Ох, яд, серьезно! Стреляй, кидай! Пиздец! О, хорош, вот это тоже неплохо расположился. А это опять тот же! Это главный герой этой серии, блядь, это чуваки, которые загорают! Ты у меня просто вот на все случаи жизни на этой будешь полоске сражаться, поехали, просто прыгни мне. На, нахуй! Ой, бля, я думал, он помер уже. Ну а чё, он приземлился на виллу, логично, что он должен помереть. Так, ты по старой тактике, я понял, спускаешься, бьешь в стену. Нет, не бьё, а бьешь, окей, я понял. Все-таки ты дурак. Ты, может быть, ударишь его, пока он лежит? Вот. Ну, в таком кадре я бы не сказал, что я проиграл, как бы... Ну, что, тут... Ну, как знаешь, это все зависит от точки зрения. Как бы, смотря с какой стороны посмотреть, можно получить совершенно разный исход битвы. Ладно. Ну, ладно, каким-то это взять. А может взять протектор, он просто затыкает своим щитом, и срать он на него хотел. Смотри, вот просто раз, нахуй. А щит-то, понимаешь, щит он для этого и нужен, чтобы тебя нахуй послать. О, да ладно! А, все нормально. Разорвал тебе очко. Он разорвал очко в падении. Ебать, жестокая смерть. Вот ты видел, он зацепился за эту херню, разорвал себе очко просто. Бля, чувак. Извини, я не хотел, чтобы ты умер от мук. Я хотел, чтобы тебя честно побил. Просто, ну ебать, не каждому дано сесть на шпагат, тем более с такой высоты. Ой, там пацаны тусят остались. А что такие? А трутся такие. Я этого не видел. А то, что я видел, я не понимаю. Я не понимаю того, что я видел. Пацаны застряли за углом. Они не могли пройти, и это все, что я видел. Поехали дальше. Че, я дурак там стоять? Падай давай. Ну сейчас он падает, и что тоже себе очко разорвет нахуй. Куда ты пошел? А куда ты пошел, скажи, пожалуйста. Там он все приземлился, да? Давай, спускайся. Давай. Пожалуйста, копье свое подвинь в сторону противника, Дунин. Поставь противника копье. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Это что, это подъебка какая-то, да? Это подстава? Или ты просто дебил? Есть какой-то... А, все понятно. А ты что? Он ему хочет барабанную перепонку, блядь, своим криком сломать, или что? Что сейчас происходит? Они, может быть, как бы пытаются друг с другом познакомиться, кричат. Одного зовут «Эй!», другой зовут «Эй!». И все. Ладно, дружище, давай сделаем, попробуем честно. Чисто на везуху. Какого хуя мой ты проиграл, блядь? Какого хуя мой ты, если ты тоже сдох? В смысле? Он тоже помер, алло, блядь? Он тоже помер, какого хуя я проиграл? Типа я ниже к земле, значит я проиграл? Что за бред, блядь? Давай еще раз. Это нечестно, что за хуйня? Да ты давай, блядь, копьем-то своей башни как положено, придурок. Куда ты пошел-то? Ты он ёбнутый? Нет, скажи мне, пожалуйста. Ты дебил? К
Как это работает, я в рот не им. Что это сейчас было? Объясни мне. Ой, там король. Что-то король какой-то поддельный, блядь. Короля хуёвого подсунули, он помер уже. Король! А, ты живой, ясно. Король в засаде был. Король был в засаде, я так понял. Король, ты слишком долго идёшь. А ты думаешь, не видно? Серьезно? Ты думаешь, они дебилы? Ты думаешь, они не видят, что у тебя есть меч? Что? Ебать. Ух. Ух, как поджигает хорошо. Он приныкал меч, типа такой, бля, спрячу-ка я меч, как будто у меня его нет. Чисто вообще по-серьезски пойду, как будто на переговоры. А сам, сука, мечом бросился всех рубить. Нихуя. Нихуя ты. А че он такой сильный-то, в смысле? А, молодцы, блядь. Неужели? Какие же вы, сука, какие же мрази эти барды. Ты просто посмотри на них. Ты просто посмотри на этих упырей. Это же просто, ну это же, это сволота. Просто сволота. Это полнейшая сволота. Вот, вот это так выглядит сволочь. Вот она. Мы узнали, как выглядит долбоеб, а сволочь выглядит вот так. Вот. Это сволочь крупным планом. Сволочь вместе с ее ебаными нотами. А вон там он, сволочь, чуть поменьше сзади стоит. На самом деле, это та же самая мразь, только немножко подальше. А, ну это все. И там один еще застрял внутри, да, как всегда? Один с длинным копьем дурачок здесь болтается. А, ну конечно. А, его нет, все, я понял. Он присугу качает. Он качает прис... Или он застрял? Здорово, блядь. Вошли в хату, нахуй. Он просто палкой наказал. Ебать, он по ходу дела хотел зайти за этого, за инвентарь. Он не думал, что его найдут, не думал, что его заметят. Молодцы, пацаны, молодцы, пацаны. Пришли, затащили, заебись, все. Это я понимаю. Это нормальные маги. Я должен поставить им... А давайте вот так вот сделаем, и все. И это будет конец этому чуваку с щитом. На, нахуй. Щиты не ебет. Ваши щиты против наших камней не работают. Смотри, какой красавчик. Ты посмотри, какой молодец. Умный, сука, пиздос. Вот у него шлема нет, он похож на дурачка. На какого-то валькирии шлем есть, а на дурачка не похоже. Не, ну как бы, если честно, он реально все это время просто пытался выбраться из-за колонны. Ему вообще насрать на то, что здесь кто-то есть. Кто остался-то? Провалился, что какой-то дурак куда-то, блядь. А, он застрял, сука, в деревьях где-то. Застрял где-то в деревьях, по-любому. Где он? А вот он, здравствуйте. И чё? И хули мы тут приныкались? Ты думаешь, я тебя не вижу? Я смотрю... Тебе больно, что ли? Я смотрю в твои глаза, ты думаешь, я тебя не вижу, что ли? Я понял, ты застрял. А ты тоже, да? Вы ебать, короче, молодцы. Вот что ты дурак, что он? Между вами разницы много тысяч лет. Но ты дебил, и он дебил, понимаешь? А я ничего не могу с этим поделать. Ты вот дурак или нет? Он тебя победит. Ты понимаешь, что он родится гораздо позже, он тебя тупо переживет. Мамон, тебе не светит. Ты можешь выйти, пожалуйста, из колонны? Не можешь? Ладно. Правильно, правильно, своих ебашь, мамон. Конечно, хули там-то. Кидайте, пацаны, камни быстрее. Кидайте! Молодцы. Ну и все. Блять, в мамонта за что? Они мстят, понимаешь? Мамонт своих же убивал, теперь они ему мстят. Выкинь его нахуй. Выкинь его отсюда. Да хватит его долбить-то, просто выкинь его. Че ты его схватил-то? Схватил за пояс, блядь, как какого-то этого. Что ты сказал сейчас? Что, блядь? На, сука. Минотавр нашел себе оружие. Ну а чё, Минотавру грустно, блядь. Кто-то пострелять хочет. Тот типа, а чё это у всех какие-то оружия и щиты, а у меня это нихуя. Ну-ка пойдем со мной, блядь. И вот так вот размахивают пацанами просто направо и налево. Ух, сука, Минотавры эти жесткие пацаны. Такие. Умный взгляд, между прочим. Умный вороний взгляд. Сейчас я, блядь, центр поймаю здесь, нет, сегодня? Это слишком, мне нужны вороны. Вороны здесь в приоритете. Нахуй мне вот эти ваши бойцы бестолковые. Вот, вот они главные, главные создатели этого пира. Это вороны. Вороны с очень умными глазами. Ты думаешь, что они просто смотрят в никуда? Нет, они с путем пересечения своих взглядов выискивают идеальную траекторию атаки и полета. Это два плечевых командира. По центру просто это их кукла. Это даже не человек, это никто. Вороны путем въедания своими когтями в кожу этой куклы
управляют всеми мышцами, всеми нервами, абсолютно всем. Это два командира, два плечевых главных надзирателя и вот этой хуеты управлятеля. Одни управляют, они посылают мозговые сигналы, понимаешь? Небо, сигнал, спутник, тарелка, все. А ворона, антенна, поехали, убийство. Все работает именно так. Я тебе рассказал секрет, никому больше его никогда не говори. Никому не говори и никому не рассказывай. Даже не вздумай, иначе вороны придут и за тобой. Так, still nothing to see here. Здесь до сих пор нечего делать. В смысле? А может быть, пшеницу впахать? Ой, блядь! Да вы чё? Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, блядь? Вот я смотрю сюда. Меня начинает напрягать та херня, что они появляются с противоположной стороны. Я смотрю на луга, здесь никого нет. Я пошел пахать пшеницу, а тут снизу, блядь, прилетает куча стогов. Серьезно? Сука. Он сейчас, сука, даст, смотри, по стене. Лошара промахнулся. Так, ну и все. Ну и конец. Ебать, как бабка злая какая-то поржала, бля. А эти прыны, ну конечно. В каждой битве есть мудаки, которые куда-то спрятались. Хорошо, что ворон умеет летать, причем быстро, и вообще они молодцы. Не ходи туда. Это ворона разговаривают, блядь, они умные. Да убейте его уже. Ты че, блядь, ты этот царь такой стоит? Главное, смотри. Все стоят, главное, смотрят на мамонта. Все пацаны нормальные, а вот это, сука, косится. Типа, бля, пацаны сейчас фоткать будут. Может, как-то по-нормальнее меня, это, с нормального угла меня снять, а то я всегда не получаюсь, бля. Такой пес, ебать. Хорошо, вы... Уйди нахуй, смерть, куда ты лезешь? Я подумаю, блядь. Да не бей своих-то, ёпта, придурок. А ты, дед, сейчас получишь пизды. Ебать, такой большой король-то, в смысле, а что с ним? Не понял. А что с тобой? А что он такой здоровый-то стал? Это как бы тоже не особо картинка, типа, король такой, что? А он такой, ну в смысле, что? Ну мы же с тобой давно знакомы. Что? Что такой король-то большой? Бля, картина, конечно, сзади друг короля тоже подохуел вальцом. В смысле, ребята, вы чего, блядь? Ясно, понятно. Не будем влезать в эти королевские дела, в эти вот, знаешь, интриги вот этих высших чинов. Они нам тут... Мы как бы что увидели, так мы, собственно, и посмотрели. А то, что там просто так получилось, это уж никого... Собственно, ладно. Это вот типа полумесяц, да, или смайл, это типа улыбка, я понял. Это мне шарик улыбается, ты понял? Нихуя, натуре, ты понял? Вот это, короче, река, это не река на самом деле, это глаз такой. Это глаз, а это улыбка, это типа посередине... Нос. Мне улыбается шарик, и тебе тоже, смотри, нам хорошо нас с тобой встречают, интересно. Где тут? Где мои змеевики? Вот они веселые парни. Я думаю, они мне зайдут сейчас без проблем. Я просто змеи туда накидаю. Да идет, смотри. У каждого солдата есть свой звук. Иди. Что? Что ты сказал? Секунду. Секунду. Я не понял. Секунду. Что, блядь? Что, простите? Я, блядь, показалось, мне кажется, мне... Хорошо, что... Я думал, он меня нахуй послал. Я уж хотел расстроиться, думаю, в смысле, что это? Как это... Охуел хотел я ему сказать. Ему скользко, он в проигрышном положении. Они-то, суки, на тачанках, на конях, на своих тасанках катаются. Красиво, бля, остановил. Он просто тыкнул навстречу, нормально. Давай, давай, делай красиво, Минотавр, давай. Во, еще одного выцепил. Блядь, вилы. Нет, нет, спокойно. Да дай ты ему тоже в пачку-то по его вот этой шевелюре, ебни разочек. Да не, я тому. Кто там кричал, Димон, чего? Встань, не надо, давай, пизди его.
На! Да не этого, чуть-чуть! Поймай его за волосы, вот так возьми и вот этого! Ну поймай! Нет! Не может яблоко убить Минотавра! Ну вы чё? Ну не может яблоко убить Минотавра, блядь! Сука! На нахуй! И ни в кого не попали. А нет, попали, нормально. Смотри, им похуй вообще, они идут. Они идут, они отмороженные. Их заморозка вообще не работает. Смотри, сколько в нем стрел, блядь. Это же ежи, сука, королевские ежи. Дикобразы, блядь. Дикобразы, их ничего не берет. Их не берет ни одного, они одного только убили. А, ну в принципе, до них не дойдут, по идее. Это, конечно, было весьма вероятно, но... Но лучники, да. Лучники им будут, хорошо. Сука, ходоки ебаные белые. Отлично, затащили, сколько там проверить. Как же можно было такую глупость просто придумать? Я не понимаю. Написали в комментариях, что эта игра переводится как абсолютно точный симулятор боевых действий. Что? Подумал я. Какой, блядь, симулятор? Каких точных? Написано по-русски. Тоталу абсолютион батле симулятион. А это значит, что тотальный, абсолютный симулятор бутылка. Батл, битва. Понял? Какой нахуй ты абсолютно точный? Английский ты язык-то поучите уж в конце-то концов. Валькирка, она уже летит. Она уже, сука, ждет, чтобы меня... Она уже... Я понял, я, ей пизда. Ей просто пиздец. Вот и все, делов-то. Вот и все. В натуре все. Я думал, нихуя. А что, так можно было? Серьезно? А чё ж я в прошлой серии страдал? Нужно было камневиков поставить, здесь валькирам пизда пришла. Ну, конечно, ну... Крылья, меч, шапка. Это все хуета по сравнению с булыжником, который летит тебе в ебало, запомни. Ни одна шапка от булыжника в ебало тебя не спасет. Хочешь спастись от булыжника в ебло? Обойди его, увернись, я не знаю. Тебя ничего не спасет от булыжника в ебло, кроме стены железной, которая вокруг тебя внезапно вырастет. Но такого не будет, поэтому обходи булыжники стороной, я тап нажму и продолжу. Блять, как же ты меня, сука, напрягаешь. Все, короче, никто, больше никто не смотрит на мой лоб. Никто не смотрит на мой лоб, здесь падает волосинка, никто сюда не смотрит. Жизнь, ты узнаешь, что смотришь на мой лоб, я тебе... Ты понял меня? Все. Сука, затопчет. Ты хватит нахуй раскручивать мою баллисту, слышь, ты механик, блять. Уйди отсюда. Иди нахуй в свой автосервис, отъеб... Он ногой ее пнул, ты охерел? Слышишь ты, блять, футболист? Ебать ты, Роналдо, рогатый, ты что делаешь-то? Он просто взял, сломал нахуй колесо моей баллисты, серьезно? А, ну эту хуй... Сейчас, подожди, вот это вот твоя... Вот этот щит твой... Давайте быстрее, пацан, он идет, бля, пацаны, стреляй! Твою мать, дебилы, блядь! Ты понял? Он просто подошел, просто выебался. Он просто взял с ноги и уебал мою баллисту. Можно, пожалуйста, вот... Вот так вот, спасибо. Как меня бесит этот волосян. Опять целуются, опять по жопе. Это заигрывания какие-то, да? Твою мать, что происходит-то? Ты что такой брутальный-то? Он типа, доебал я. Он просто даже не смотрит, знаешь, как крутые мужики не смотрят на взрыв, крутые короли не смотрят на тех, кого они убеждают. Они просто ходят. Вот так вот раскидывают просто людей. Король, ты заебал. На, нахуй, он сразу еще между глаз прям, между глаз мечом получил и по пяткам, хорошо. Он яйца ему вырезает, вот и все. Этот король умрет сам по себе, у него не будет наследников. Это, блядь, даже если мой король сейчас проиграет, он уничтожил династию уже 100%. У этого корабля нет детей, и после моего короля уже не будет никогда. Мой король дальновидный, он своим детям сделал будущее прекрасное, в котором детей у синего короля нет. А за это захватывать некого, династия распадается, красный король молодец. Ты понял? Дальновидность. Наездник мамонтов. Если фиерси по-английски ма... Там кто-то... Что ты делаешь?
Нашел мохнатку, бля. Он же не чувствуется совершенно. И мамонту, короче, как будто все нормально. Но мы-то знаем, блядь. Но мы-то знаем, что не было тут все нормально. Кто-то из этих мамонтов попорчен, короче говоря. Жестко попорчен. Ну не будем, мы никому об этом не скажем. Его мамонтихе мы об этом говорить не будем. Потому что мамонтиха скажет, да в смысле, вы что, ебанулись? Не может такого быть. Сейчас давайте подождем пару миллионов лет. Мамонты вымрут, и мы победим, наверное. Но этот точно вымрет. Этот вряд ли, этот не сдастся. Нет, этот хуй сдастся. Он старается. Давайте подождем. Ладно, хорошо. Этого никто не видел, допустим. Тут знаешь, короче... Да? Интересно, по нему попадает? Нет вообще. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Стреляй, блядь, стреляй. Бля, пацана жалко, пиздец. Пацана жалко, бля, ему чем ебало, просто камень прилетит. Вообще ни за что, он ничего сделать не может. Бля, пацан, держись, тебя так жалко. Он еще и, блядь, по ебалу палкой в это время получает. Крепись, друг. Крепись, я с тобой. Держи, посмотри в его глаза, блядь. Уйди, уйди, пацан, действительно, уходи. У него нет шансов. Просто, блядь, у него нет шансов. Блядь, как же его жалко. Он просто стоит и получает по ебалу всем, чем можно получить. Он ничего не может сделать. Они его тоже попали. Блять, это еще деревяшка! Блять, он просто сидит и получает просто от всего. Мне кажется, он счастлив сейчас. Вот это не смерть в его глазах, это счастье, блять. Он получал камнем по ебалу. Ручкой от тележки. Потом щитом еще пришли, ебанули по голове. Ну ты серьезно? Тебе вообще, пацана, не жалко, бля. Я не могу. Ну как же можно так и сделать? Просто, блядь. Просто, блядь. Выкинь его за карту. Да-д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 а. Серьезно, блядь. Серьезно. Он его выкинул нахуй за карту, молодчик. Так, ладно. Сука, он в натуре выкинул его за карту. Бля, катапульта делает вещи, как ни крути. А у этих все опять дискотека. Это какого? Лечебный анонизм называют. Ой, сука. Нет, этот как его называют? Пизду. А, сами себя они опять начали лечить, короче. Да, он все, все для... Все для... Блядь, дураки, О, спасибо большое, тебе, мать! Огромное спасибо! Он, сука, застрял косой на мосту. Он застрял косой, и эти два дебила стоят, смотрят. Один стреляет в небо по воробьям, другой просто смотрит, обосрался, блядь. Ты чего там высматриваешь, скажи мне? Ты чего-то, куда ты смотришь? Куда ты пяль... А, пожрать? Это что такое? Что это такое? Куда ты пялишь? Ты пялишь на помидоры? Помидорчиков захотелось, что ли? Дурак, ты на войне, ты в курсе, какие нахуй помидоры? Куда ты, блядь, косишься? В людей стреляй, помидорчик хуев. Бляха, он стоит и палит помидоры. Стоит коситься на помидор. Вот что хочешь, ним то и делай. И здесь уже присосалась змея к моей деревяшке. Уже, сука, присосалась. Так. В смысле так? Я хотел сказать так и уже нажать тап, чтобы, короче, поставить кого-то еще на 300, чтобы они лучиков добили. А он просто взял и ёбнул всех. Ты нихера себе. Он просто взял и ёбнул всех. Смотри, какой молодец. Змея тоже охуела, типа, в смысле? Это как, блядь? Это как так-то? Это кто, кто такой красавчик, думает змея? Блядь, как у тебя немножко помельче так круто. Я тебе говорю, змея в ахуе, по-моему, серьезно. Он по красоте заходит своими бобриными руками своими просто разъёбывает. Ему, знаешь, музыки тут не хватает. Но если ты не знаешь, то ты не знаешь. А если знаешь, то молодец, как бы ты со мной на одной волне, значит... Какие же сильные вороны, вы чё, блядь? Какие сильные вороны, вы чё делаете-то, в смысле? Это же ебаная птица, вы чё, как она может викингов убивать?
Это что за проклятие воронье такое? А, блядь, ты видал просто ворон? Что? Как это, блядь, работает? Это же ворона! Ладно, бомжу глаза выклевывать, но, блядь, пацанов нормально. Каким образом они делают? Так, минус один, нахуй. Давай, король, делай дело. Ты же король, ты должен показать, кто здесь главный, блядь. Хватит обниматься, ебаный свет. Сука. Вот это танцы. Вот это диско. Вот это... А они вальсируют. Смотри, не по кругу хуячат. Пацаны, всего пизда руля. Идите нахуй. Плохая музыка. Смените диджея, ебаный в рот. Уйдите нахуй отсюда. Живой, не смотри-ка. А чё, всё, некого хилять? У нас... Как же это, блядь, смачно было только что, это было так смачно, просто стоял, он знал, что ему сейчас въебут, и все равно это было очень внезапно для него. Он умирал от весел, а это, сука, настоящий, о, фоткается тоже, смотри. Это фотка из разряда. А с фоткой типа мамонта на руке держу, да? Так, смотри, типа, как башню, блядь, эту всякую там наклоняет. Вот это он такой держит мамонта типа на руке. Смотрите, а я мамонта держу. А я на войне. Ну да, лучники, конечно, они же молодцы. Один, все, уже конец, нахуй. Он просто обнял лук и заебись ему. Он говорит, я никуда не пойду, нахуй. Я просто никуда не пойду, я буду обниматься со змеей. Ему все нравится. У него идеальная жизнь. Он просто смотрит и все. Вот он, красавчик какой, посмотри. Можно так арт-хаус снимать, знаешь? Придумай название этому фильму. Жил-был лучник, стоял на башне. Понял, что это слишком скучно для него, что это не то, чего он хотел в своей жизни. Он упал на землю, обнял свой лук. И потом его затоптали. Грустно? Да. Ты, чувак, из кинотеатра вышел и рыдает. Он посмотрел этот фильм от начала до конца и рыдает. Там, кстати, что-то происходит, если что. Я, правда, не знаю, что. Он споткнулся. Он споткнулся и застрял. Ух, ебать, эпично полетел. Просто ёбнутые. Что они долбики просто полные, что они просто... Ну, они не думают головой, они вообще здесь не нужны ни для чего. А он взял и говорит, ну посмотри. Ну-ка вот сфотографируй меня. Давай, вот смотри. Вот я, вот мое копье, вот труп. Как тебе такое, а? На самом деле, как бы, это чисто повезло, поэтому я в это не Не, проиграем сейчас. Проиграем, потому что Минотавра сзади. Что ты делаешь с Минотавром, блядь? Это животное, это не твой вид. Зачем ты... Ебать, дурак. Пристроился, бляха, к Минотавру. Что за порная игра вообще? Зевсуй! Зевсуй красиво! Давай ульту! Ульту давай! Ульту давай! Зови своих всех башков греческих сюда! Зови их сюда! Пусть и толпой приходишь, разъебем его! Скажи, блядь, Зевса бьют! Кричи там по своему телефону этому волшебному! Пика! Во-во, давай! Пика! Пика, блядь! Я понял, откуда взяли Пикачу. Пика! Вот она, блядь, Пика, сука. Эту игру знаю досконально. У меня все тактики, все схемы, у меня все расположения и все разбросы, у меня все варианты в голове. О, блядь, хорошо просвистело сейчас, просто просвистело пиздос. Хорошо, сейчас бы не попасть, блядь, сейчас бы не попасть! Ай, какого хуя ты такая меткая, тварь? А? Куда ты идешь? Дай змею, дурень, блядь. Паника напала, хуячит во все 360. Не, дружище, не. Таким образом задушить змею ты не сможешь. Нет, давай. Как это, блядь? Извините, пожалуйста, а что это с одного удара Зевса-то падают? То, блядь, у него молнии поддельные. То, блядь, теперь самого Зевса поддельного привезли, что ли? Ты кто такой, слышишь ты? Какого хера ты прикидываешься Зевсом, объясни мне, блядь? Почему тебя, сука, дурачка с одного удара-то убивают? Ты же бог! Бля, кто убил ворон? Ебать за дело. Только не попади, пожалуйста, только не попади в нее. А-ха-ха-ха! В смысле? А как это так-то?
Я хуй знает. Но это чисто везуха сейчас. Ну, должно же было когда-то повезти меня в конце. Сука, как же их много остается в живых? Что за бред-то? А, заебись, нормально, да. Аж все зависло, нахуй. Ой, бляха, ой, бляха. Хорошо, давайте, давайте дальше, давай. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат. Ждите второй части. Все.